друзья? Как ваши дела? Как ваше настроение? Вы все? Просигнулись? Угу. Все нормально? Угу. Поехали? Угу. Все. Так, давай буду стоять. Мы с утра дома были, потому что машины у меня не было. В обед Резо приехал домой. Как раз дома пообедал, и машину тоже привез, конечно же. Мы его привезли на работу. Хорошо. Зашли в магазин, купили воду, молоко. Воду для родителей. И сейчас едем. Хочу зайти в аукцион, у меня нет ватных дисков. Хочу ватные диски купить, и потом уже поедем домой. У нас погода такая приятная, прохладная. Вчера ночью опять был ураган, ливень сильный. Всю ночь лила. Всю ночь лила, и сегодня очень такая прохладная. Погода приятная. Смотри, это таблетка. Таблетка. Вода. Алика спорт вечером. В 5 часов мы должны будем к 5 забрать. Меркурий. 2 часа. Теперь у меня 2 тренировки и воскресенье я только отдыхаю. И все. Да, ну считай, ты сегодня тоже отдыхаешь, просто вечером пойдешь, еще потренируешься на 2 часа и все. Потому что сейчас. Зачем мы сюда? Должна я вату купить. Я вату. Не знаю, почему, когда я заезжаю на этот паркинг, мне хочется целый круг делать. Я не знаю, почему. Полно мест, я по кругу езжу. Сейчас кто-то на меня смотрит, скажет, больная девочка. Мама, остановись где-то. Да я не знаю, не хочу остановиться. Мама, остановись здесь. Не знаю, почему. У всех водителей так. Я целый круг дала, чтобы здесь остановиться. Ужас. Смотри, сколько мест там было места. Не ты проехала. Не ты же проехала. Алик, подожди. Друзья, мы уже вернулись домой. И хочу вам показать, что же мы купили в аукционе. В Леклере я взяла, как сказала, уже воду для родителей и молоко. И оттуда потом зашли в акцион. Значит, взяла я вату, как хотела. Ватных дисков маленьких не было. Пришлось взять вот такие большие и плюс маленькие. Ну, взяла 3 пачки. Еще я взяла себе нить для вязания. Раньше я вязала часто. И как-то забросила потом. Интереса не было уже. А сейчас как-то мне хочется опять начать вязать. А плюс для нервов хорошо, успокаивает очень. И взяла плюс вот такие красивые цвета, яркие. Купила вот такие крючки разного размера. Я хотела, конечно же, спицы, но спицы были вот такие. Мне неудобно вязать такими огромными спицами, поэтому думаю, спицы потом и куплю. А крючками тоже я очень люблю вязать. И пока начну с крючков. Вот здесь свои размера написаны, скольки миллиметровые, такие маленькие, практически удобные. А спицы я хочу вот такие, чтобы были бы. Они вот такие, вот клянусь, они вот такие были, и поэтому я не взяла. Алик взял себе наушники беспроводные, на Bluetooth, с Bluetooth уже подключать. Это он когда в таблете игры играет или что-то смотрит. Чтобы я вам не мешал, как будто. Машка взяла себе краски. Она в последнее время очень любит рисовать красками. Взяли вот такой комплект красок. Здесь сколько штук? 24 штуки разных цветов. Вот сюда. Взяли вот такую тарелочку для красок. Как по-другому называется, я не знаю. И кисти. Вот такие кисти взяли. Ну, это же Машка, она любит все блестящее.
И все, больше ничего лишнего не брали. Я хотела, конечно, что-то такое взять, чтобы вместе с детьми сделали, но ничего особенного не было. Были же такие маленькие коробочки, там, чтобы домик собрать, себе покрасить, или же кораблик, но их не заинтересовало. Это плюс очень маленькое было и неинтересно было. Ну ничего, поэтому взяли каждый для себя кое-что и пришли домой. Меня, знаете, уже руки чешутся, хочется начать уже вязать. Особенно вот вечером, вместо того, чтобы просто сидеть там или на телефоне фильмы смотреть. Ну, вообще-то можно фильм смотреть и вязать. Ну, хочу посмотреть, если у меня рука не забыла, как это. В общем, потом начнем, посмотрим, может, что-нибудь свяжу и обязательно вам покажу. Сейчас детей посадила я обедать. У нас уже третий час дня. Через несколько часов с Аликом пойдем уже на реки. Заберем его. Заберем потом воды к маме. И потом обратно пойдем за Аликом. Так я решила открыть их. Вот, вот такие крючки. Так, как я помню, надо вязать на палец, чтобы нить не убегала. Начнем с делаем крючок. А, подождите. Так, подождите. Я не помню. Подождите, как крючок нужно сделать? Подождите, что у меня не то получается. Вот первую взяла. Так, просто мне нужно вот это держать. Убегает. Угу. Руки отвыкли вообще. Начнем еще раз. Так, это сюда. Это вот так. Делаем крючочек. Подождите, я возьму побольше. Я думаю, это маленькая, так как нить потольше. Так. Почему не получается? Крючок получилось сделать. Так, дальше крючок мы это сделали. Дальше. Ну да, вуаля. Пришли, это вот. И потом уже так, так держим. Сейчас мне интересно это. Так, я думаю, поменьше возьму. Угу. Вторую строчку. Вот я хочу сейчас посмотреть. Если я помню, как делаем вторую строчку. Вот теперь да. Ага, получается. Я очень рада, что я вспомнила.
Вот так. Вот. Так что буду вот так себе сидеть и вязать. Может быть, даже что-нибудь свяжу и обязательно покажу. Хочу, правда, что-то связать. Ну, посмотрим в интернете, поищу, что же можно будет такое красивое связать. Или же маленькое, или же большое. Сейчас шарф — это банально. Все вяжут. Первое, что есть, это шарф. И вяжу. Я тоже раньше вязала шарфы, и потом обратно я их снимала. Не знаю почему. Потом заново начинала вязать, обратно снимала, и вот так каждый раз. В общем, пойду я тоже сейчас перекушу. Там стоят, что стоят, что делают, не понимаю. Вроде бы должны кушать на них. Что вы здесь стоите? Идите, кушайте. Иди. Речь тоже здесь лежит. Мама караулит. В общем, пойду я кушать. Я с того времени еще не ушла с этого стула. Смотрите, что здесь. Внутри? Сделала такую корзиночку. Только это не то. Малюсенькую. Вот моя бутылка. Нет, она в кухне. Такую шапочку маленькую я связала. Для бебешки. Только она очень маленькая. Какая шапка. Мне все. На личий носик как раз подойдет. Да нет, на меня носик, на ты. Руки все-таки... Еще вот это. Руки все-таки не забыли, но я думаю, спицы все-таки мне нужны будут. Мами, потому что большую много чего нужно сделать спицы. Так хорошо успокаивает, дайте. Но сейчас просто не время этого. Поэтому мне придется все распутать сейчас. Потом уже что-нибудь нормальное свяжу. Это сейчас просто так. Проэкспериментировала, посмотрела, если я вспомню или нет. Короче, вспомнила. Ну, ты давно делала. Да. Все, это тоже уберем. Конечно же, пальцы начнут болеть. Ну, потом уже привыкнут. Короче, это тебе нельзя. Ну, а теперь я уже точно пойду кушать. Друзья, мы сейчас тоже с детьми идем. Мама, сейчас подождите меня, сумку возьму. Аня, закрой, покатай. Идем на регби. Уже 5 час, 4:30. Как раз тихо-тихо поедем. Туда тоже надо пойти купить рычий корм. Да. И собрать воды родителям. Покажи меня. Выйди. Мама, когда вышли... Что? Тебе не страшно, как мы будем ехать просто и смотреть всякие зомби, это все страшно. Что страшно? Хватит, нет, ветер, что ли, чтобы не простудились. У нас хорошая погода, но на солнце, конечно же, очень жарко. Но ветер прохладный, так что вот это нас. Это еще открыли. Да нет, у нас одинаково. Я думала,
Леша, 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 Маша. Трется. Где? Болит. Сбоку? Сзади. В общем, друзья, мы сейчас сели в машину, потому что... Там за... вообще никого нету. Вы снимаете влог или я? Мы. Вроде бы я. Ой. В общем, пошли мы на стадион. Там только взрослые тренируются. Из учителей, из тренеров никого наших нет вообще. И, конечно же, маленьких тоже никого нет из детей. Да. Там... Вот я... Мария. Можно что-нибудь сказать? Скажи. Там поливают. Да, газон поливают. Газоны поливают на том стадионе, где они должны были тренироваться. Я просто не могу понять, тренер сказал, он говорит, вы можете приходить в среду и в субботу. В среду с 5 часов до 7. Кто хочет и кто может, потому что некоторые родители, кто работают сейчас, они смогут, может, в это время приводить. И говорят, кто может, пусть приходит. Ну вот, мы пришли. Во-первых, тренеров никого нет наших. Секретария закрыта. А что нам делать? Подождем. Или же они передумали, или же... А может быть, наоборот. 7 часов до 10. До 8. Да, Алик, ты там будешь этот ночевать, ночью. Да. Короче, я так думаю, что мы уже пойдем вернемся домой. Потому что толка нету здесь стоять. Я никого из наших вообще не вижу. Даже маленьких детей никого не вижу. Даже помладше, кто чуть постарше даже никого нет. Только старшие намного они тренируются, вот эти 15-16-летние. И поэтому я думаю, что уже вряд ли кто-то сейчас придет. Пристегнитесь, дети, уже пойдем. Подожди, ты 5 минут сказала. Там 5 минут уже почти прошли. И никого нету, ты видишь? Я никого не вообще вижу. Тренер был. Здесь только футболисты. Футболом кто занимается. И кто поливает. И поливает. И с родителями. Мамари, Мари. Они садятся, мы бы сейчас. Больше никого нету. И то сейчас они уходят, эти футболисты тоже, кто тренируется. Так что так, не знаю. Нас обманули. Суббот, короче, когда придем, спросим твоего тренера, объясним, что мы были здесь, никого не было, это нормально или нет. Хоть тренер должен был быть, не? Да, на 3 что за тебя. Самого тренера даже нету. Мария, давай, пристегивайся. Алик, а вот Малик. А. Вот этот мальчик с тобой вместе ходит. Жордан. Да. Они, может быть, сейчас пойдут и обратно придут. Угу. Ты видел твоего тренера? Нет? Нет, я твоих тренеров никого не вижу, мама. Плюс ты сам увидел, газон поливают. А мы подождем, когда они видят. С его командой один прошел мальчик. Сейчас, если не вернется обратно. Значит, никого нет. Там по всякам... Маря, что с тобой? Как он пойдет, если там тренера нету? Ну, он же не знает, мама, он же должен пойти посмотреть, не? Он же не знает там, кто есть, кто нету. Ой, ужас. Я хочу подождать. Все. Сдали мы ее. Ой. Все, друзья. Лёшку мы оставили. Просто его тренер еще не пришел. Мы другого тренера видели, он нам сказал, что его тренер не пришел, но у них сегодня есть точная тренировка. Так что мы не ошиблись, просто его тренера, чтобы не было видно, плюс детей никого в основном нету. И из-за этого мы чуть в растерянности были. Хорошо, что мы не ушли. Все, я его уже оставила, тренер, говорят, сейчас приедет. И до 7 они будут тренироваться. Мы с Машкой сейчас поедем за кормом для Ричи. Да. Потом пойдем к родителям, заберем воды. Да. А потом, может, пойдем домой, чтобы вывести Ричи гулять. Да. А потом уже придем обратно за Лёшкой. Да.
чтобы его привезти домой. Да. И вот такие дела у нас. Да. Здесь очень жарко. Стадион, на стадионе очень сильно солнышко светится. Да. Надеюсь, Алику плохо не станет от солнца. В кепке тоже неудобно им играть. Да. Вообще не пускают их в кепках играть. Поэтому я не знала, как он будет. Да. Надеюсь, все будет нормально. Да. Мама, открой мне, не жарко. Мама, у тебя открыто. Ну, еще открыто. Хватает? Все открыто. Мне жарко. Мне надо было кепки жарко, но вечером перед сном так потренируется 2 часа, потом купаться, покушает и спать, как бы перед школой. Даже в субботу утром тоже. Ничего не видно, потому что солнце бьет прямо в лобовое стекло, и то, что впереди творится, я ничего не вижу. Наконец-то же я уже дома, все свои дела на сегодня я закончила. Алика тоже, мы провели с спорта, только недавно зашли, он как раз зашел тоже купаться. Дети захотели KFC, заказала им, сейчас ждем еду, как раз Реза тоже сейчас придет, будем кушать. Ужинать. Алики скупаются, чуть-чуть посидят. Машку тоже скупаю. И спать. Завтра школа. Как я люблю такие перегруженные дни, но когда вот с собакой вместе, это, конечно же, ужасно, потому что в одно место я иду, прихожу, чтобы его вывести на улицу, и вот так каждый раз. Вот это просто меня тормозит, а то я давно все закончила бы. Ну, ничего. Так что на сегодня я уже закончу свой влог, друзья. Всем большое спасибо за просмотры, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши подписки. Большое-большое огромное вам спасибо. Так что не забывайте ставить дальше лайки. Кто на мне не подписан, обязательно подписывайтесь, пожалуйста. Помогите мне добить 1000 подписчиков. Надеюсь, что у меня получится в скором времени. Пишите комментарии, задавайте вопросики. И вот так как там все время думаю, это последнее время хочу записать небольшое видео о том, как мы познакомились с Резо вместе. И не знаю, если вам будет интересно, напишите в комментариях, то я обязательно сниму вот такое небольшое видео, как мы познакомились с мужем, и с вами поделюсь обязательно. Так что всем пока, всем спокойной ночи и всем до завтра.